Здравствуйте всем, мои уважаемые подписчики и те, кто просто случайно зайдет посмотреть на наш канал и что у нас здесь происходит. А сегодня у нас происходит следующее. Я добрался до игры под названием Zenith The Last City, и это одна из первых и вроде как говорят самая лучшая MMORPG VR, но в виртуальном, соответственно, пространстве. Кто я такой, чтобы пройти мимо этой игры, тем более вроде как месяц назад там вышло какое-то достаточно крупное обновление, и мы, соответственно, если нам эта игра зайдет, а я подозреваю, что она зайдет, целый ряд видосиков запилим под это дело, соответственно, начиная с самого нуля и заканчивая эндгейм контентом. Давайте смотреть. Первое, что мы видим, мы создаем тёлочку. Тёлочку? Я не хочу тёлочку. А как крутить? Смотри, оно не крутится. Нам дяденьку, пожалуйста. Я же дяденька, вон, смотри, какой красавчик. Мы сделаем морду. Такую, нет, я пухлый. Ну, я не пухлый, конечно. Ну ладно, короче, вот будешь вот такой бледный, как я, как смерть, короче. Или там, я не знаю, нет, вот такой беленький. Беленький вот такой чувачок с причесонькой. Что-то выбор-то небольшой. А как вертеть вообще вот это дело? Никак? Удерживай. Нет, нет. Ну, короче, ладно. Что за прически есть? Нет, это ужасно. У меня такая скромненькая прическа. Ну нет, это не серьезно. Такую? Тебе бы покушать этот, в смысле, в качалке позаниматься. Ну хотя, не, хотя ты похож на меня. Только если еще пузико было бы, вообще вылитый я. Ладно, давай мы возьмем, ну пусть вот это будет. Так, я немного такой рыжеватый чувак, поэтому что-то типа вот этого, да? А, цвет волос. А... Класс, ДПС ближнего боя, мастер меча, типа, который умеет что-то там лечить и так далее. Колдун, типа дальнего боя. И вот этот вот новый появился, киберниндзя. О, оружие с двойным камо, ниндзя и передовые технологии. Там лук, еще что-то. Я так посмотрел на ютубчике, глянул там у заграничных специалистов, что там могет. Ну, я не знаю. Либо колдун-молдун. Либо ниндзя. Блин, сложно. Но это конкретный ДПСник. Ну, давай ниндзя, ладно, пофиг. Че он, зря что ли новый такой? Ниндзя. И зовут нас. Все помнят, как меня зовут? Правильно. Ва-р- тач. О. Ну, создать. Проверка. Да нету такого никого. Я уникальный. Так, у меня стоит русификатор. Это такая... русификатора по умолчанию в игре нет. Но он есть, если заморочиться и поискать. Гладкая локомоция. Используйте это, если у вас нет тошноты при движении. У меня нету, да? Вне тела. Вне тела? Какое вне тела? Не надо нам вне тела. Я вам что, привидение, что ли? Способности становятся серыми, когда у вас недостаточно маны. Ай-яй-яй-яй. В общем, посмотрим, что за игра. Будем вместе и пройдем весь путь от начала до конца. Телепорт. Использовать я не хочу, я не маг. Удерживайте курок. Короче, я так понимаю, это какая-то заставка, где что-то, ну, там, как обычно, случилась какая-то трагедия. А все жутко расстроились, собрались и пошли. Короче, нам это не интересно. Опа. Опа. Это я? О. О, у меня даже этот включился. Опа. Да. Так, я, короче, ниндзя. Что это? Печенька.
Есть настройки. Подождите, мне надо... Ух, ёб твою мать, ты посмотри. Это всякие куртки, муртки, одежки, левая рука, правая рука, мультиинструмент. Это наши параметры, атака, здоровье, броня, тут всякое телосложение, короче, и тому подобный хлам. Это наши штуки всякие в инвентаре. Слеза какая-то. Что это? Руны. Некие руны что-то дают. Не переведено ни хера, будем гадать. Ладно. Жизненные навыки. Какие-то... Я хрен его знает, что это. Это чатик друзей всяких. Гильдия. Ну, понятно, гильдия. Карта мира. Ё-моё. А где мы? А где мы? А где мы? Наверное, вот где-то там, да? Быстрое перемещение. Да, Зенит Академия. Мы здесь, а здесь еще вон сколько всего до хрена. Отлично. Журнал квестов. Понятно. Рейды подземелья рулетки. Агент какой-то. Что за агент? Что это? У меня нет никакого этого. Чего я нажимал только что, чтобы это появилось? Ага. Настройки комфорта. Я хочу, чтобы мне было комфортно. Леворукий режим. Подождите. I'm assist. I'm assist. I'm assist — это же прицеливание, правильно? Я хочу. Это хорошо. Мини-карта. Head movement. Ну, блять, это очевидно. Оно и так включено. Охеренный перевод. Просто леворукий режим, а все остальное фиг его знает. Full body tracking. Да и так вроде нормально. Нет? Нет. А порталы для регионов. Я не знаю, что это. Плавно-плавно, резкий поворот. Парение джойстика. Центрировать вид. Еще какое-то дерьмо. Это как? Не работает? Ясно. Короче, это непонятное что-то. Так, я так понимаю, мы с этим попозже разберемся, если нам вдруг будет некомфортно. Аудио и voice chat. Давайте-ка... Че? Да я не хочу. Громкость эффектов мы уменьшим. Громкость музыки мы вот так уменьшим. Да елки. Окружающий мир. У меня ручки трясутся. И... диалоги. Ну и громкость голоса, то, что вот так стоит нормально, хорошо. Это что? Сеттинг и лога... Во, сеттинги. А где сет... Это что, все настройки? Какие прекрасные настройки. А где там графони, там, я не знаю. А, во. Так, я хочу крутую графу. Высокую. Это что? О! Ну, я даже не знаю, что нам. Киношная? Киношная? Что лучше? Оно такое темное становится. Я даже не знаю. Bloom Post Processing. Все высокого качества. Ясно. Ну, что-то оно не выглядит, но... А что я такой стою весь? Не полный рост. Или так задумано? Короче. Что это? Че? Не, ну это нам не надо. Все, уберите. Уберите вот это. Так, это что? Это лук. Опа. Ага, вот так вот он заряжается. И мы так пиу. Пиу. Короче, тут-то в чем прикол, я почитал. Тут нет такой фигни, как закликивание. А как сделать? Опа. Опа. Нифига себе. Короче... Здесь нет такой фигни, как закликивание. То есть тут надо прям вот так вот, если ты делаешь, то надо ждать, пока зарядится стрела, чтобы был мощный выстрел. Потому что если вот так просто стрелять, то оно, короче, мало урона наносит. Ясно, да? Все поняли, я тоже. Хорошо. Я готов. Как ходить, блять? Это что? Это сесть. А это что? Что случилось? Типа стелс?
Что происходит? Так, ладно, отправляйтесь в Маркус. Хорошо, я отправляюсь в Маркус. Use the right stick to turn. Ты чё, дурак? Это же left stick. Он меня обманывает. Это что? Это что? Колдунство? Опа. А, тут что, короче, сказали, что можно вот если вот так руки расправить, то можно летать. Дичь вообще полнейшая, да? Это я как делал? Это как? А как я так быстро бегал? А как еще раз запустить? А как быстро вот так бежать? Нельзя, да? Ладно. Блять, мне не нравится рост. Он, по-моему, не соответствует моему. Ну ладно. А, вот, быстро, короче, бегать, это вот такое заклинание. Ладно. Что, прыжки? Чё? Press the highlight button. Ага. О, нифига, далеко прыгает. Да, это я. Здравствуйте. Пошел в жопу. Тебе что надо? Че? Мини-карта. Где, блядь, мини-карта? О-о-о! Надо выключить вот это говно. Ага, тут север, юг, запад, восток. Все, я понял. Это понятно. Давай дальше обучай меня. Это что? Цели худ. Что ты делаешь? А, это активные объекты. Они вот здесь находятся. Все, я понял. А почему я вижу один джойстик, а второй не вижу? Пиу. Пиу-пиу. Это я понял. Toggle Objectives. Блядь, что? Чё нажать? Ну что? Toggle Objectives. Где, блядь, Objectives? Где? Вот это? Ага, и чё? Не, подожди. Так, чё теперь? Чё ты от меня хочешь? Давай квест. Базовая тренировка. Вернитесь, когда вы закончите с заданием. Легко. Где задание? Meet Ellie in Training Plaza. И вот, наверное, там, где светится, вот там то, что надо, да? А, смотри, можно двойной прыжок такой. И я лечу. И такой упал. У-ху! Ни хрена себе. Здравствуйте. Я хочу выполнить задание. Basic Training. Вы мне дадите XP, какую-то бадж и денежки, да? А что у нас сделать? Wave Elite Start. Чё? Wave at Ellie to start conversation. Go to training Kirkle. Какой, блядь, Kirkle? Здравствуйте. Да, я понял. А, вот Kirkle. Да-да-да, иди в жопу. Что я тут должен сделать? Basic Combat Trading. Окей. А это что? Оборудование, оружие. Стрелять в лук. Отлично. А куда стрелять в лук? Ага. Стрелять в лук. Заряженные стрелы. Это вот чтобы мощно. Зарядил. Выстрелил. Ты умер. А чё такой лук маленький? Всё-всё.
А это что? Холдинг. И он горит такой. А-а-а, помогите. Все, готово. Переключение режима оружия. Да, это я помню. Опа. Опа. Эй, блядь, печеньку положь. Давай, вот. Вот. Кого убить? Так, все, вижу таргет. Ага. Ага. Оно села батарейка. Поэтому буду лучник. Так, все, идем назад. Мы молодцы. Здравствуйте. Я молодец. Награди меня, пожалуйста. Да, вот это вот завершить. И нам дали 20 тысяч экспы. Уровень повышен. Ага. И одна какая-то штука у нас есть. Что теперь? Report back to Commander Raskin. Давай, пока. А, я понял, как летать быстро. Смотри, надо не просто руки расставлять, а их назад надо, как Бэтмен, типа. Смотри, 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 смотри. Фу. О, блядь, а что случилось? А что мы не летим? Да, вот оно, вот так летает. Ага, я понял. Я бегу. Здравствуйте. Я все сделал. А, базовый тренинг, да, я завершил, да. Можешь меня наградить, да, еще 24 тысячи опыта и 40... 480 чего-то. Все? Типа, иди нахер, ты всему научился? Ой, блядь. А что случилось? Так, что случилось? Короче, кто-то на кого-то напал. Сейчас, подождите, дайте я каску подправлю, я не готов. Вот теперь готов. Чё? Туда, да, идти? Ладно. А что случилось? А что я так медленно приземлялся? Ага. Пришел. Кут-сцена. Ой, меня завалило. Ай. Да, я слышу. А что случилось? Меня завалило нахер? Я не шевелюсь. О, смотри, там какой-то чучмек. Ух ты, сука. Ты чё, пёс? А. Не работает, да? Жаль. Дядя! Иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Ты типа плохой. Иди сюда. Я тебе сейчас покажу, кто тут плохой. О. Эй, это мой! Чё там, брейк, чё-то там заги... А, ну сюда не пройти. Пойдем, пойдем, братан. Я охереть какой лучник. Пойдем. Так. Да, я тут-а. Нет, не вижу. Но я найду, не переживай. Какую-то башню. Это мы могём. Так. Вот я на башне. Залезть. Хорошо. Я полез. Так. Ну я такой, я неторопливый такой предпенсионного возраста. Поэтому там, если что, это ты там... Нихера, он там, блядь, хватается как может за эту лестницу. Нормально. Нормально. Вы что думали? Я не залезу, я, блядь, куда угодно залезу. Все? Так. И как я это сделаю? А. Глайд, говорит. И самое главное, вот если бы я не увидел, что это так делается, то хер бы мне... А, тихо! Кто рассказал бы? Все, я спасся. Я спасся? Я спасся, я молодец! А? Что случилось?
Так. Help Mika and research что-то там, короче. Какая? Ну ладно, Мика, вон, я вижу, куда идти. Короче, перевод тут, конечно, да. А что это такое? А можно это взять? Нет, нельзя. Какая-то вон херобора. Блин, слушай, смотри, а так-то красиво. Базару нет. Все летучее такое. Здравствуй, Мика. Привет. Unlocked Fast Travel Point, Nexus District. Отлично. Да я понял. Да как нажать? Все. Дали опыт и всякую фигню. Какой квест? В Recage Recovery. Что-то надо сделать. И за это нам что-то дадут. Я понял. Спасибо. О, мне какую-то штуку дали. Так, все, уйди. Подожди. Я сейчас пойду сделаю, что-то там хотела. New. Что это? Это вот типа как этот, господи. Как они? Как в мобильных играх, там что-то днем делаешь, и те там такие, хопа, наградка. Да? Правильно я понял? Ну, короче, да, тут надо что-то сделать, там, комплект финал стори, там, короче, всякое такое. И сундучки всякие дают. Все, уберите это говно. Че? Да, тихо. Где инвентарь? Вот. Что ты мне дал? Уровень 6 штука. Одел? Одел. Поменялось что-то? Ну, вроде да. Левая рука. Ну да, что-то там атака увеличилась. Там еще это что? Мука. Сахар. Молоко. Прекрасно. Слезы Амары. Отлично. Карту мне. Там где-то что-то есть. Карта не увеличивается, ладно. Убери карту. Ну пойдемте сделаем задание. В конце концов. Complete the final story quest the fractured plant. В record recovery. Find Lake Stone Crash Point. Crash Point. Вот, блять, что-то у меня в глазу. Сейчас, секунду. Смотри, а вот это как вот это колдовать? Вот, вот эти штуки. Никак, да? Ладно. Так. Летим. Я лечу. И что тут сделать? Здрасте. Как это гвардейцы какие-то. Летим. Опа. Да что? Блин, опять каска слезает. Я не знаю, блин, у меня как-то башка неправильная. Подкрутим. Просто если сильно подкручиваешь, чтобы оно не скользило, тогда оно этот... как его называют? Здравствуйте. О, ты чушка! Так, гори ясно, чтобы не погасло. На тебе. Слушай, они такие прям сложные. Пом. Давай, 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 сгорай. Не надо мне вот этого. Ага. Все, ему плохо. Он умирает. Знаешь что? Иди сюда. Иди сюда, я сказал. На тебя. Я его убил. Нет? Что это? Я что-то взял? Я что-то взял. Так, хорошо. В принципе, убивается все нормально, только мне единственное не нравится вот этот лук. Лук. И что, куда дальше? Туда. Опа. Опа! Сука! Гори! Умри. Ой, загорелся. Так. Так. А что такое?
Все, давай, умирай. А, я горю, ты в меня какое-то говно кинул, падла. Умер. Умер, да? Что-то ему нехорошо. А что, ничего не выпало? Ну ладно. Так, что дальше? Туда дальше. Подожди, сейчас мы с тобой разберемся. Так, два, три, четыре. Готов. Это что? Что это? Взял? Взял. Я что-то взял. Ой, плавает коробочка какая-то. А это плохая, да, коробочка? Ты плохая коробочка? Ой, бля. Тут без этого он плохих сколько. Гори, 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 давай, умирай. Ну, боты туповаты, конечно. Так. А что такое? Вы, почему так вас много? Тихо, не надо меня поджигать. На. 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 И все. Ты коробочкой дерешься? Дерешься? Нет? Коробочка, не дерись. Я хороший. Я хороший. Я вон. Здравствуйте. Ах ты пидор! Так. Не пойдет так. Так. Я, блядь, леголаз. Понял? Ай. Все, давай, сгори. У меня это кончилось. Готов. У-у-у, я ниндзя. Так, лук заряжается. Как, что мне здесь надо сделать? Что, не а? Что? Я понял, вот так, возложение рук, и мы взяли такой вот здоровенный чемодан, и теперь надо вернуться назад. Хорошо. А как летать? Прям вот летать, а не том лет... Я летаю! Ой, там опять чушки. Так, тихо, чушки. Они что, респаются, да? Типа. Так. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Блять, еще и здесь. Ну-ка успокоились. Ой. Да господи, я капец снайпер. Что такое? Вы капец неубиваемые, ребята, я вам скажу. Ага, вот так вот. Подорвал ему качан. На тебе еще. И вот так. Так. Ага, сейчас. Ага. Ага. Да давай натягивай ты вот это коромысло. Опа, попал, да ну нафиг. И вот так. И все, ты сдох. Отлично. А, вот как бегать можно. Все, понял. О, дерево. Дерево вещь нужная. Ты живой, что ли? Ты что, падла? А, ты новый. То есть вы респаетесь, короче, тут капитальным образом. Ага, не попал.
Попал. И еще попал. Давай. Ух ты. Опять появился. Не-е-е, братан. Меня тут не было. Я вон бегаю тут, как этот, реактивный, блядь. Здрасте. Все, бежим. Короче, бежим отсюда. Что такое? Бля, что у меня опять... Это за мной там начесывает просто, ты посмотри, там херачит во всю. Здравствуйте. Нет, я еще не выполнил квест вот этой вот мартышки. Сейчас, подождите, только, блин, да что у меня опять в глаз попало? Да что такое? Короче, Милка, Милка там, как тебя там звать? Иди сюда. Может, посмотреть другой персонаж? Что, квесты, вот квесты. Ага. Завершить. Риски ресерч. Так, давай реально сделаем по-умному. Принять. Мы посмотрели. Эта фигня фигарит луком и еще какой-то говной. Как выбрать другого персонажа? Я хочу еще колдуна посмотреть. Я хочу понять, есть ли интерес... Тихо. В стрелках. Ну, обычный стрелок, который там вот колдун. В рукопашку я точно не буду играть. Это вообще жесть там, блин. Ноги, руки отвалятся, пока ты там этот... Я вышел, да, из сети. Нет, селект. Я хочу селект. Мне надо выбрать нового. Европа. Давай тут на Defender пойдем. На Defender, говорят, много русскоязычных игроков. На Defender и, по-моему, еще Acolyte американский. Так, это уровень 6 ДДшник, а мы возьмем... Не, мы дяденьку также берем. Абсолютно все так же создадим. Нам просто посмотреть надо. Так, вот это морда. Вот это притча. Вот это башка. И давай вот возьмем вот такого. Прикольно выглядит. Вихревой дервиш. Лаунчеры заклинания. Саппорт. Бафы, чары. Танк. Какой, блядь, танк? Он не похож на... Давай, это колдун. Колдун должен разрушать. Па-па-ра-па-па. А можно... нельзя же, да, будет? Ну, давай вот так три. Вот так напишем через три большие. Может, нам это больше понравится. Создать. А, оно не уникальное. Тогда... Тогда, короче... Вот так? Вот так. Это уникальное имя. Сейчас посмотрим, как играется за колдуна. Я просто пока не знаю. Ну, за милишника точно нет. Но это реально застрелиться там, махать этими палками. Нам надо что-то такое убегательное. Да, вот академия с палкой-копалкой. ДДшник. Гладкая локомоция. Потому что реально вот это вот, вот это вот тоже, не знаю. Ну, не знаю, сейчас посмотрим для сравнения. С кем вот сейчас посмотрим, с тем мы будем и в итоге играть, продолжать. Ну, вообще, по идее, да-да-да, это очень интересно. На самом деле нет. О. Здорово. О, ништяк. Ты знаешь, мне вот это больше нравится. Единственное, только оно заряжаться, да, должно? А ты какой-то самурай. Блин, а может я самураем все-таки хочу быть? Ну, прикольно. То есть вообще, по идее,
Тут ничего не меняется, да? Ладно. А если мне вот надо срочно пушки? Ага. А ты какой-то самурай. Что, ты крутой. Находишь качан? А я тоже, наверное, крутой. Да-да-да, это я все уже в курсе. Давай, что там? Да-да-да. Что тебе надо? Да-да, мини-карта там, вот это все, я уже в курсе. Уберите. Что это? Toggle Objective. Все, это я в курсе. Давай, квесты. Базовая академия, базовая тренировка. Все, до свидания. Слушай, а у этого нет ускорения, кстати. Ну-ка! Подожди, я что-то, кажется, понял я, как летать надо. Бэтмен, блядь. Я не понимаю. Ну-ка. Ну не летит, блядь, он наверх. Я не знаю, это непонятно, как оно летает. Хорошо. Давай. Ага, ага. Принять. Удерживайте курок, чтобы вот это говно убрать. Все, я понял. Давай, что там? Отлично. За ворот. Блин, а не капец, тут реально заряд. Что дальше? Я же все сделал. А! На! А, он, смотри, еще эффект дает этого. Типа рядом, да? Тоже коцает. Ой, в каждого. И они щиты, да, пробивают там вот это все. Ну. Все. Go to training. Я же все сделал. А, это, блядь, не то. Тут тренировка в другом месте. И я понял. Да, да, это я. Пиму, пиму, пиму. Пиму. Да, да. Слушай, ну это, по крайней мере, лучше просто кнопочки нажимаешь и все. Удерживай хват, я удерживаю. Shoot Essence Launcher. Ага. Пим, 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 пим. Ну я вот тут держу. Все, я готов. Я выучился. Ну это вообще поинтереснее, потому что можно пим, вот так. Все? Как-то поинтереснее будет. Опа, это что? Perform 3 gesture. Что это? Как это? Что, блять, как это работает? Hold the highlighters. Как это колдовать? Он мне говорит, как колдовать, я не пойму. Ну как? Нет. Вот же он говорит, да? Ну? А-а-а! Во! И вот так молнии. Кдыщ! Круто! А чё, мана кончилась? Мана кончилась.
Ага, все, я понял. А если... Да, мана капец кончается быстро. Destroy Training. Все. Так тогда, по идее, можно и лекаря взять. Нахер нам эти молнии, если мы можем вот так херачить, а потом еще отлечиваться, да? А этот там. Ну-ка, смотри, что я умею. Видал, да? А, все? Все, да? Завершить. Так, уровень повышен. Нам это, наверное, что-то дает. Куда? Куда? Я понял. Блять. Как летать? Непонятно. А-а-а! Я утонул. Я не понимаю, короче, как это работает. Здравствуйте. Квесты. Все, я закончил. Давай. Сейчас мы посмотрим, насколько эти стволы мощные. Уровень повышен. И вот сейчас что-то случилось, и мы убегаем. Да? Нет. Нет, смотри, тут как-то по-другому. Trust me, Ellie. It's better this way. I'll be perfectly content if you never have to take up arms again. Да-да-да. Что там? Well, there you are. Смотри, а тут заклинаний стало до хера прям. Training seems boring. А вот так даже можно, ни хера себе. Так, что тебе надо, Мит Маркус? Что? Что? Эй, ты! Мит Маркус от The Combat Sim Plaza. Полетели, блять. Сука, стой! Куда меня занесло? Так, Маркус. А, ты Маркус. Здравствуй, Маркус. Что тебе надо? Team Combat Training. Принять. Ладно. Что надо? Ага. Ну. А, так эти пушки. Чё? Так, подожди. Да, это сложно. Подожди, я еще хочу. Нормально. Вот это поинтересней. Нет! Ага, сейчас. Так. Вы что, охерели, что ли? На радостях. Так, ну-ка, если я сделаю... Вот другое, как колдунство. О, на. Как я, блядь, этот мячик сделал? А, вот так. На. Так, хорошо. Как вот это сделать? На, мячик.
Так, ну это смотри, это всяко поинтереснее будет. Сука. Сейчас я тебя убью. И вот так. И вот так. Отлично. Все, я готов. Вот это я не понял, как делать. А вот это вот... На, хочешь мячик? Бум. Все, я сделал, как ты просил. Вообще, если была бы мана, можно было чисто маной, короче, шаманить и все. Инкобот, завершить. О, 6000 и 60 зен. А что-то ниндзя просто сразу дали все, короче, и сказали, давай, братан, вот тебе все. Типа, гуляй смело. Что там еще? Еще квест есть? Что хочешь? А, давай. Куда идти? Куда? Я понял. Я иду. А, ну здесь все серьезно, да, я так понял. Ага. Что я должен сделать? Завалить вот эту? А, мячик. Мячик. Ой, блядь. Ну я косоглазый. Сейчас зарядится. На. Но нафиг. Видал, как я умею. У меня получилось. Ой, блядь. А чё, ему мало, да? Еще надо что-то сделать. Ладно. Давай быстрее перезаряжайся. На. Да ёб твою косоглазый. На. А, не канает, да? Ладно. На. И чё? А, вот еще два осталось. Сейчас. Вот, еще два. Я колдун? Охереть. Чё ты хочешь? А, все, бегу. Опа-на. Это что? Так, финальный уровень. Ой, блядь. Так, давай сначала заряды потратим. Ай, больно. Так, а вот теперь на мячик. Ага, сейчас, блядь. Попал, сука. Да, блядь, нахер это колдунство, если есть вот такая фигня. Короче, я бы, знаете, что сделал на месте этого? Я бы просто... лечение бы взял и тупо себя бафал и валил. По-моему, это вот самый ништяковый расклад будет. Ага. Как считаете? Ну, потому что это самое оптимальное, что я вижу. Что тебе надо, Лира? Ну потому что реально, может вот так... Чем вот сидишь, ты мечами вот этими кидаешься. Ну хотя, конечно, вот это вот... Опа, опа, и так... И так, мячиком еще. Давай, мяч. А второй, вот видишь, второй нельзя. На, мячик. Попал. Ну мячик больно бьет, конечно, базару нет. Hey kid, ready to call it a day? What? Lyra? She spoke with you. Ну и чё ты, чё вы там, о чём вы? Обучение долгое, прям долгое. Знаете. Уровень повышен. Сколько ты наносишь урона? Ой, блядь, а что случилось? Сейчас, подожди.
Что, все, я молодец? О, кушать, кушать готовить. Смотри. Нихера себе. Ясно. Нет, пожалуй, можно и поколдовать. Так, нас будут кушать учить, готовить, да? Ты кто? Ты куда улетел? Да, хочу кушать. Давай, готовить будем учиться. Да, ниндзи такого не рассказывали. А, да, да, сейчас. Где собрать оранжи твои? А, вот там. Все, бегу. Телепорт! Тут есть телепорт! Ага. О-о-о. А за ниндзю такого не рассказывали, ребята. Это прям... Оп, 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 оп. Вставай. И парение, вот, парение. Что, как парить? Давай, расскажи мне правильно. А, вот так, что ли? Еще раз. Типа вот так, да? Ну-ка. Да удерживай курок, все. Парить. Ага. А, и вот так оно крутится, все, я понял. Ага. Вот, это надо ручками вот так, ладошками, оп, и вот так, бум, блин, офигенски. Удерживайте курок, чтобы захватить предмет, хорошо. Предмет. Предмет, иди, иди ко мне. Так. Так. Все, или сколько там, а, три надо, где третий? Ага. Опа. Все. She probably talked to you about the corruption, didn't she? You must have a lot of questions. Не, ну с колдунством-то, конечно, неплохо, так можно землей трясти, тут всякое дела. I can't presume to understand how you feel. Телепорт, опять же. Now Marcus and Ellie, they're good kids, but I bet the others used to give you grief about it. Оп, взлетаем. Make you feel insignificant. I don't know what it's like to be sidelined by your own. Ну, блядь, не совсем получается, ну ладно. Чё, а, этому надо вернуть, всё, бегу. Вот порт. Пяу. Ты где? Братан. Эй, Раскин. Нахуй. Я пришел. Так, опыта дали. Уже пятый уровень. Говорит, кушать будем учиться делать. А, не, нихера, ты посмотри. Давай, я готов. У меня есть мячик один. Ага. Эй! У меня есть мячик. И телепорт. Не подходи, у меня есть мяч. Что я сделал? Класс. Я колдун. Я колдун. Дебил я. Ты падла. На мяч. Где там мой дружбан вот этот сейчас вот должен прибежать и дать тебе в шар? Давай. Да, да, поумничай, поумничай. Где мой братан? Подожди. Сейчас все будет. Как тебе факт показать? Пиу! Давай, пиу!
О, пиу! Все, братан, я бегу. Давай, удачи тебе, ты был хороший. Сейчас мне надо проверить, как на мобах работает эта штука. Все, 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 я ухожу. Ухожу. Что, блядь? Ну как ухожу? Ухожу. Опа! Опа! И пополз, и пополз. Залетаем почти. Но слушайте, как-то колдуном, по-моему, поинтересней. Вы не находите? Мне прям кажется, что очень интересно. Давай пойдем посмотрим мобов и на первую серию будем закругляться. Да. Херово оно взлетает, если оно не это. Блять. Не летает нафиг. Здорово, мартышка. Да-да. Travel point, я понял. Я безумно рад, что я нашел. Новая руна разблокирована. Ледяной шар. Ой, блядь, ледяной шар. Уровень руны жгучий выстрел. А у меня нет такой руны, блядь, вообще жгучий выстрел. Уровень руны удар в молнии повышен. Ну, это хорошо. Уровень руны огненный шар. А жгучий выстрел это вот ты, наверное? Так, короче, надо этот... Да, вот это вот давай. На тебе бластеры новые. А чё один? Смотри. А это 6 или 9? А, только один дали, хороший. Все, я понял. Уровень 1. Уровень 1. Где этот? Навыки. Руны, вот, навыки. Это вот колдунство наше. Это планарный путешественник. Чтобы телепортироваться. Жест вниз. Это удар молнии. Это столб земли какой-то. Огненный шар. Ледяной шар есть. Жгучий выстрел. Что это такое жгучий выстрел? Как это работает? Как это работает? Я не вижу никакого жгучего. Да, вот это как можно поставить? Допустим. Нет, подожди. Саппорт. А, так тут еще переключиться можно на суппорта. Ну-ка, давай переключи мне на суппорта. Я хочу посмотреть, что он умеет. А, смотри. Какое-то говно. Ледяной шар. Это триггер, курок. Ёлки-палки. Это оружие. Удар паладина какой-то. Не, верни меня назад, давай. Я хочу... Нет. Переключи меня на вот это. Да. Да блин, давай. Это жгучий выстрел, оружие 2. Вот ты, да? А где, блядь, у меня оружие 1? Наверное. Еще раз. Инвентарь. Куда делся моя пуха? Ага. Это я такой красавчик. Я как это, блядь, всех застрелю, один останусь. Ладно, пойдем. Я же могу вот так просто бегать и вот так одной фигней колдовать вот так. И вот так, на нафиг. И все. Давай, квест. Что, вернуть штуку. Я понял. Все, вот пойдем сходим. Как раз и на этом мы закончим. Оп.
Я умею летать! Упал. А что случилось? Так, ты. Апа. Заряд мощной пушки. Да что-то как это говняная пушка. Ой, блядь. А чё не стреляет? Ну-ка, успокойся. Что-то лагает. Так. На. Начало какого-то события. Насрать. О, событие. Ага. Так. На. Надо их много убить, да, я так понял? Чё, маны нет, что ли? Да чтоб тебя... Так. Ну-ка, успокоились. А сколько событий идет? 4 минуты? Серьезно? Ой. Я путаюсь в кнопках. Да какое-то говно, вот серьезно. И что это дает вот эти вот камушки? Говно, реально. Что сделать-то надо? Так. Пиу. Пиу. Пау. 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 Так. А вон какая-то еще гамадрила, да? Ай! Больно! Ага, отлично. Так. На, мячик! О, да нет, слушай, так-то нормально. На. Не попал. Так. Да чтоб тебя! На. А. Ладно. Что за скорость стрельбы такая? Не надо меня бить, пожалуйста. А что надо сделать, я понять не могу вот в этом событии. Так, молния. Мячик. Попал же. Ай, блядь. Это некрасиво с вашей стороны, между прочим. Пиу. Пиу. Так. Так.
Я чего-то, ну, я так понял, тут надо набить очков сколько-то, да? Как в этом же есть. Крэшпоинт. А подождите, я занят. На. Слабая пуха, капец слабая. Что я вот делаю? Что должно случиться? Вот осталось 20 секунд. Так. На. Давай, сука, умирай. На. Все, убил, давай. 5, 4, 3, 2, и я выиграл. Нет? Не выиграл? В смысле, блядь, не выиграл. Событие провалено. А что я должен был сделать? Врагов? А, тут, короче, надо было очень много врагов убить. А я конченый, поэтому много не получилось. Ладно. Давай, полетели. И делаем по-умному. А, вот так. Оп. Оп. И вот так расстреливаемся. А что такое? Бля, какая слабая пушка. Вот реально. А нет, слушай, нормальная пушка. Да сука. Нет, не то. На. Все, всех убил, один остался. Что это? Мое. Ты, сука, живой, что ли? А где коробка? Я ж пришел. На. На. Пока. Все? Все. Здесь что? Ну, вот им, мне кажется, поинтереснее, чем этой кончининдзей, которая ни рыба, ни мясо, да? Как думаете? Ага, блядь, вот и все. На, хочешь мячик? На. Тихо, блядь, что началось-то? Тихо. На. Всех убью, один останусь, я сказал. Ой, бля, какой я снайпер, охереть. Иди сюда. И ты иди сюда. Умри. Умри. Нет, ты просто так от меня не уйдешь. Все. Всех убил. Так, это мое. Это мое. Это мое. А это что? Что это? Что это? А, непонятно. И вот это мое. Не, все, за колдуна это все прям наше все. Это прям вот. Только вот я сюда не пойду. Так. Мячик лови. Пока. Мой мячик. Не, это прям топ. Надо вот за вот этого разрушителя херачить. А вот тебя можно убить? Вот ты мне не нравишься, у тебя там братья твои конченые. Нет, нельзя. Жаль.
Так, ладно, порталимся. Портал, кстати, ну, блин, ускорение, оно как-то поинтереснее, чем портал. Ну все, ребят, я думаю, вот на этом мы сохраняемся и продолжаем проходить. У нас что, 6-й уровень? Мы красавчики, сейчас, по-моему, 7-й будет. Так, вот эти убери штуки. Hey, колдуном here. Зашибись. Здорово, да. Breached Recovery завершить. Спасибо. Roger. Новая какая-то задача. There, разберемся, да. 7-й уровень. Давай посмотрим, что мы добыли. Что мы добыли? Мы до хера что добыли. Смотри, во-первых, у нас есть куртка 8 уровня. И мы вот так выглядим. Блядь, как тёлка какая-то, вот клянусь. Крафтинг материал. Сапоги 6 уровня. Отлично. Варежки 6 уровня. Вообще хорошо. И все. Остальное все голимая параша какая-то. А, навыки. Навыки как-то можно качать, я не знаю. Говно какое-то. Огненный шар. Плюс 2. А как качать? Просто стрелять, и он тогда прокачивается? А я хочу ледяной. А ледяной у меня теперь появится? Ну-ка. О-о-о. И вот так. О, прикольно. Отлично. Опа, смотри, у нас какая-то фигня получилась. Что это? О, ребята, ну это я понимаю. Живем. Не, все, будем играть за мать его колдуна. Слышал, овца? Я великий колдун, маг и волшебник. Я могу так... Зазион! И все, патроны кончились, и мы тогда берем вот так. На, вот так, на, вот так, на, вот так, и вот... Блять, еще. А, все, мана кончилась. Отвоевались. Так, подожди. А где этот, я не знаю, жизненные навыки, вот как-то может прокачиваться. Готовка какая-то, сбор. Существо ловит. Я ловит. А как тогда гильдии? Агент. Че я что-нибудь открыл в этом агенте? Complete Final Story Quest. Активности какие-нибудь. Ничего не сделал? А, нет, ничего не сделал, к сожалению. Ну да ладно. Это боевой пропуск. Вот, я вспомнил, как эта фигня называется. А, тогда мне надо понять, как мне улучшать вот эту всякую... О, титул. Я хочу титул. Нет, он мне говорит титула. Не заслужил. Слеза Амары какой-то. Где-нибудь мы ее собрали? Нигде мы ее не собрали. Непонятно. Гильдия, карта мира, журнал квестов. Ну все. Все, ребят. В общем, не забываем обязательно подписываться. Будем играть, будем смотреть, будем проходить. Посмотрим, что тут будет в конце, в середине. Потом с народом побегаем. Данжи, скорее всего, тут есть какие-то всякие разные. Кстати, можно было и побольше всякой штуки бы. Ну и все такое прочее. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Это был Вартач. Увидимся в следующих сериях. Пока!